Известная торговая сеть «Галамарт» празднует день рождения в торговых центрах «Волжский» и «Мегамолл». В честь праздника с 27 по 29 марта в магазинах торговых центров проходят суперакции, в которых разыгрываются ценные призы – утюг, дорожный набор в сумке, кофеварка, электрический чайник и главный приз – 24-дюймовый ЖК-телевизор. Распродажа в магазинах «Галамарт» проводится ежедневно, поэтому у покупателей всегда есть шанс приобрести самые необходимые товары по цене намного ниже, чем в супермаркетах, универсамах и специализированных магазинах. В последние дни месяца «Галамарт» подготовил для своих покупателей особые акции. 27 марта можно приобрести посуду всего за 1 рубль при покупке второго товара той же категории, по равной или наименьшей стоимости. 27 и 28 марта – товары под брендом «Детство», второй – также за 1 рубль, по равной или наименьшей стоимости. 29 марта покупателя ждет счастливый час, когда с 11 до 12 часов любая, даже самая дорогая игрушка будет стоить по 39 рублей. «Галамарт» – это сеть магазинов, которые делают жизнь человека ярче. Мы не только предлагаем необходимые товары, но и постоянно придумываем, что сделать, чтобы вы ушли от нас не только желанными покупками, но и в прекрасном настроении. Поэтому в «Галамарте» постоянно проводятся увлекательные программы и веселые розыгрыши. Так и в ближайшие выходные с 27 по 29 марта мы приглашаем вас посетить наш магазин и принять участие в розыгрыше подарков, главный приз которых будет телевизор. Для того, чтобы принять участие в розыгрыше 5 товаров с 27 по 29 марта, нужно совершить покупку на 500 рублей и заполнить специальный купон на кассе. Итоги будут подведены 30 марта в 17 часов в торговых центрах «Волжский» на улице Максима Горького и «Мегамолл» на улице Калинина. Сегодня «Галамарт» – это розничная сеть, включающая в себя более 300 магазинов по всей России. Они составляют достойную конкуренцию на рынке продаж. На полках каждого магазина более 7000 наименований товаров разного предназначения – посуда, игрушки, канцтовары, бытовая химия, авто- и хозтовары, инструменты и многое другое. Один визит в этот магазин, и у посетителей возникает множество идей, как преобразовать квартиру, чтобы в ней стало еще уютнее и комфортнее. Так что, отправляясь на шопинг в торговые центры, загляните в универсальный магазин «Галамарт». Екатерина Шеверова, Игорь Зверев, Республика.